Эй, Феня, покажи личико. Феня. Феня, покажи моську. Ну, так нечестно, она отвернулась. О, покажи моську. Вот она, моська. И чего? Гнездо будешь строить? О, красавица. Фотомодель. Телефон звонит. Это сообщение. Ну что, Фенек, куда пойдешь строить клетку? Ой, гнездо, то есть. Что она это? Бы и вышла сейчас бы. Я видела сегодня, как она носом открывала эту дырку. Она, главное, его наберет, потом выпустит, потом опять наберет. Нет, да? Главное, пока у нее была открыта дверь, она просто лежала рядышком на полу и ничего не пыталась сделать. Теперь ее закрыли, и она давай там. Чудить. Эх ты. О, молодец. Делает лапками. Когтями. У него когти большие. Он мне тоже 2 минуты снимаешь, хватит. Да, действительно. Было бы что снимать. Это одно и то же. О, я просто хочу, чтобы она показала свою мордочку во всей красе. Так, как она, главное, потом будет избавляться от этого сена в зубах? Ну ладно, хватит. Ты начнешь класть сено, да? Не знаю. О, смотри. Может быть, она там и хочет сделать свое гнездо? Сейчас она вырыет только яму побольше. Еще яма маленькая пока, неподходящая. Сейчас она продерет эту пластмассовую штуку и там сделает гнездо. Ничего, она хоть когти себе немножко подточит. Похоже, что она там это выложила сено. Да. Нет, не выложила. Не выложила? Ты бы лучше съела его, дурочка. Похоже, решила немножко поесть. Ну правильно, чего зря сено тратить? Ладно, просто очень прикольно, мы там будем смотреть. Ну все, модель отвернулась. Тихо. Ой, ушки видно. Ну и что, ничего она там не оставила. Разрыла только весь наполнитель. Нет, она оставила. Оставила? Ну ладно, Феня. О-о. Красавица. Что ты делаешь? Она все-таки пытается строить там. Что, ну типа хочешь всего это? Слушай, если бы не было интернета, я бы этого не прочитала, я бы подумала, что она сошла с ума. Слушай, это она, вот это вот она вот так делает. Это она типа хочет его в рот загнать? Не знаю. Или наоборот вытащить хочет? Спроси у нее. Может, хочет вытолкать его между прутьями? Да-да, она хочет его там в уголочке сделать. Ну ладно. Вот она продолжает строить гнездо. Вот ее гнездо. Что-то роет. Там рыть-то нечего, там пластмасса.
шерсти навырывала. Ты решила погулять. Ну ладно. Привет.